драму кто-нибудь получит, а? Там канатоходцы все привлекают к себе внимание. А эти гусары ушли дальше. Все, здесь запруда, здесь миллионы людей уже в центре Бульварного кольца. Такое красивое небо. Утро было ясно. Люди идут все в одну сторону, в основной поток. Уже и обратно пошли, все в одну сторону. Идут. А вот квадрокоптер полетел. Эта камера его не возьмет. Улетел квадрокоптер со своей мощной хорошей. Вон проулок московский какой. Гнездовский, малый Гнездовский переулок. Высокоэтажки, не знаю, сталинские или сталинские. А как обычно снимают? Вот так. Раз, два, три. Вот так вот ходят, вот так все снимают подряд. Вот так надо снимать. Ладно, сейчас зафиксируем выражение лиц. Сами проанализируйте, что они выражают. Прямо сейчас закачаю на YouTube, потому что прямо сейчас я купил теледушечку. Хорошим фотоаппаратом ходят люди. И не пускай закачивается. Красивые женщины. Всякие разные. Есть красивой душой, есть красивым телом, красивым лицом. Со всеми очень не разберешься сразу. Конечно, 100%, что это все москвичи. Есть и высокие люди. И низкие, по-моему.
хотят брать. Мимо проходим. Смотрим, что дальше снимать.